Смоленская область в разные времена стояла на страже рубежей страны и сегодня является приграничным регионом. Именно Смоленщина принимала на себя первые удары наступающих армий противника во все эпохи. Героическими были и подвиги солдат-пограничников как в военное время, так и в мирное. В связи с этим в этом году приняли решение о создании и установке памятника. На общем постаменте расположен пограничный столб с гербами СССР и Российской Федерации. Рядом с ним плита с изображением карты России, щита с силуэтом пограничника в дозоре и надписью «Государственная граница священна и неприкосновенна». Это память тех, кто отдали свои жизни, защищая нашу Родину. Это те, которые сегодня служат и охраняют наши рубежи нашей Родины. В сквере на открытии памятника присутствовали делегации соседних районов области, ветераны пограничной службы, военнослужащие, а также все те, кто в разные годы служил в пограничных войсках. В торжественной обстановке лучших сотрудников погранслужбы за достигнутые результаты и в честь столетия ведомства наградили нагрудными знаками и благодарственными письмами. Я поздравляю вас с праздником и рад, что открылся памятник на Вечном Огне, что мы чтим и любим традиции наших дедов, прадедов. Собравшиеся почтили минутой молчания память пограничников, погибших при исполнении служебного долга. Благочинный Рославского округа протоиерей Михаил Гольцман провел молитву возле памятного знака, которому затем участники церемонии возложили цветы. Виталий Волков, Виталий Степанов, Александр Ерофеев, Десна ТВ.